Пойдем, боец, проспишь все веселье. Ох, что случилось, полковник? Эти свиньи знают, что мы здесь. Через пару минут тут будет полно солдат Карлоса Домингеса. Секретные документы. Они не должны попасть в лапы Карлосу. Что мне в тебе нравится, Гриша, так это догадливость. Слушай боевую задачу. Ты должен любой ценой доставить пакет в штаб повстанцев и вручить лично генералу Раулю Фернандесу. Быстро к мотоциклу, а мы с этими гаденышами немного поиграем. Я не могу бросить вас тут одного, полковник. Отставить. Выполнять приказ, боец. Не волнуйся, этим сосункам не взять полковника Кларка. Едь давай, я постараюсь увести их за собой в трущобы. Удачи, боец! Спасибо, полковник! Поехали! А ты откуда взялся? Ох, блин, надеюсь, я теперь не буду светиться в темноте. Ого, они потянули бронетехнику. Да сколько же вас тут? Все равно не возьмете, гады. Косой! Что здесь творится? Задайте им, ребята! Хорошее здание портим за них. А это уже нечестно! Давай! Yes. Да отбежись ты от меня. Да отстань же ты. Найди себе кого-нибудь другого. Уже обложили, придется срезать. Здорово, мужики! Конечно, прям сейчас сдамся, вот штурки только поглажу. Лоб накладут, гады. Ух, кажется, оторвался. Сейчас будет номер. Давай, давай. Есть. Ух, надо будет потом повторить. Поносим, боец. Полковник, вы уже здесь? Как видишь, отвлек противника, по пути подорвал склады с боеприпасами, ну и провел разведку. Отлично, мы знаем их диспозицию. Настало время контрудара. По машинам, бойцы, покажем этим крысам Домингеса.